Дамы и господа, орденом Бауэр Рижской классической гимназии по заслугам награждаются Никита Нечепуренко, шикарное мероприятие для всех, для детей, для учителей, для родителей, для всей Риги. Спасибо большое. Спасибо всем большое. Можно попросить еще одного главного участника на сцену? Росмана. Делайте пылью. Дорогие родители, хотим вас поблагодарить за то, что вы нашим детям прививаете прекрасное, окунаете их в жизнь действительно сказки. Спасибо вам огромное за ваши старания и отдельно от себя хотел поблагодарить Вадима за то, что мне очень помогли в сложный для меня момент. Скажу пару слов. Я благодарю всех вас, это ваш бал. Я хотел бы отдельно сказать спасибо нашему балетмейстеру, который ходил на все серии. Енина, идите сюда тоже. Поплодите, пожалуйста. Формат бала поменялся немножко, и мне бы хотелось сказать следующее.
Все, что вы сегодня увидели, написано вами, детьми, уже детьми, оплатами людьми, учениками Рижской классической гимназии. История сегодня рассказана вами самими. Поаплодируйте сами себе. Спасибо большое. Это было симпровизировано. Многое, какие-то ходы были неожиданными. Вместо 5 ведущих у нас осталось 4. Еще какая-то история происходит неожиданно. Но самое главное, что я вам хочу сказать, всегда не опускайте руки. И мне кажется, что вот эта традиция, она должна продолжаться. Поскольку праздник, он всегда должен быть в нашей жизни. Поэтому спасибо вам огромное. Я думаю, что до новых встреч здесь же, на этих литературных балах. Вы все большие молодцы, всем педагогам я говорю огромное спасибо, кто принимал участие, всем звукооператорам, всем, кто оформлял вот этот зал, и отдельно многим людям, которые сегодня принимали участие и которые должны были тоже стоять на этой сцене, и они будут стоять, я так надеюсь, тоже, потому что у нас это не последний бал. Я всех благодарю и говорю спасибо, мы продолжаем. Баба на вальс. Вальс для короля и королевы бала. Просто погасить свет в зале. А вы можете присоединиться к нему?